Здравствуйте. Как показать жена, как делить блины? Как? Во-первых, жена русская, она должен знать, как это делать, но не знает. Не знает. Значит. Русская жена еще много чего не знает. Сейчас мы будем делать блины. А что такое масленица? Ты знаешь? Да. Что это? Это когда зажигает старый бабуля, баба, который жил в зима. Нет. Ты зажигаешь ее, и потом весна начинает. Чучело. Чучело. Которое сделано, да, из прутьев, из соломы. Ну вот. И оно символизирует зиму. Ну вот, я сказал. Зима, до свидания. Привет. Весна. Весна. Вкусненький будет. Моя бабушка пекла шикарные блины, я такого никогда не забуду. Да. У нее был какой-то секрет, наверное. Может, там был secret ingredient. Love. Мы делаем первые. Первый всегда такой... Комком? Не очень красиво. А, смотрите, проба, извините. Да. Настоящая проба. Не. Маленький бибик. Не надо бибик. Бибик будешь сам кусай. Бибик, будь нравится? Папа, да. Хотим всех пригласить на Трафальгарскую площадь 6 марта, смотрите, воскресенье. Мне кажется, блин, что, отлично? Получил. Вау. Воскресенье ничего. 6 марта на Трафальгарскую площадь провожать зиму, вернее, встречать весну. Так будет лучше. Thank you.